Ребят, всем привет! Сегодня 16 апреля 2023 год. Мы сегодня с моим другом Алексеем приехали на речку, чтобы открыть. Ну, получается, уже сезон жидкой воды. Приехали на двух лодках. Сейчас сплавимся по реке, попробуем половить рыбку на спиннинг. Надеюсь, что у нас что-нибудь получится, и мы поймаем своих первых трофеев в этом году. Это было опасно! Это было на грани фиаско, братан. Я сегодня вот на своей старой лодочке. Короче, сидушек у меня сегодня нету. Где-то они у меня потерялись, я не знаю. Буду сидеть на ведре. Ладно, хоть взял с собой этот, напопник или как он называется, пенку, короче. Вот, взял подсак на всякий случай. Ну все, что. Вот у меня сумочка маленькая там. Немного приманок с собой. Все, сейчас пойдем. Ну, кстати, на ведре сидеть вполне себе так нормально, я думал, будет хуже. Что человеку для счастья надо? Да и ничего не надо. Речку, удочку, тишину. Поставил я вот такую вот приманочку. В прошлый год я на нее хорошо отловился. Это так называемый слаг. Вот, зарядил я ее на офсетный крючок и поставил грузик 2 грамма. Вот, посмотрим, может поклюет на нее. Поводки забыл дома, так что если клюнет щука, то все, конец. Решил я поставить маленький твистер. Что-то у меня пока не клюет. Вот решил поставить такой маленький твистер. Может белая рыба какая-нибудь на него клюнет. Лещ там какой-нибудь. Вот не знаю. Насажу сейчас вот так вот. Такую вот фитюльку. Прикольно. О! Ой, какая. Ну вот. Первый клюнул на падение. Тоже поймал. Красавчик. Обрыбил. Ага. Маленький, но с открытием. Не знаю, что-то кто-то это прям прилипло. Ну так. Это горбач, Леха. Вот это да! Вот это я понимаю, вот это я. Вот это я. Вот это да! На твистер маленький, дюймовый.
Машинное масло. 2 грамма. Офигеть вообще. Это да. Вот это да. Класс. Какой, ребята, кунёк классный. Вообще прям огонь. Я прям... Такая рыба. Вот это, ребята, я открылся, блин. Вот это да, тут грамм 400, наверное. Вот твистерок маленький, что делать? Класс, в пакетик возьмем. Домой. Дочку покормить рыбой речной. Вот такой твистерок маленький. Вот, совсем. Вообще шикарно. Я даже и особо-то и не понял, как он клюнул. Он просто подвис и все, я потянул, тут нифига там. Заворочилось, короче, нифига. Я думал, вообще лещ, короче, клюнул. Смотрю, елки-палки, окунь. Класс. А вода в реке еще, ребят, не начала подниматься. У нас буквально где-то, наверное, 2 дня назад ночью было минус 12. Вот. И как бы вот на солнечной стороне снега-то нету. Вот в тени-то в лесу еще снег лежит. И паводка-то нету пока что. Вот поэтому как бы и уровень воды, можно сказать, что летний. Вот и рыбачим пока. А тебя что тут? Как раз подвисли два. Ну. Нормальные? Да не, принципе. Мелочь? Вот она, рыжая, бегает. Норка, по-моему. Особо не видно. Вот она, водяная кошка. Хи-хи-хи. Пасхальные у меня тут. Христос воскресе. Тут, ребята, очень много проток. Вот, я сейчас хочу попасть в то место, где я рыбачил прошлой зимой.
он. Вот он, красавчик. Он такой жирненький. О, какой красивый. Хе-хе. О, красавец. А я здесь рыбачил 2 года назад. Нашел это место зимой. Вот поклевка была. Тут было много окуня, плотвы, щучка плавала. Там вон щучки плавали на тяге. О, здесь есть. Присосался. Присосался на паузе. Не крупный. Вот, причем окуньки-то плавали такие нормальные, добрые. Вот. Щучки там плавали тоже вдали. А сейчас я что-то сюда вот приплывал. Мужик какой-то на лодке терся. Ну, он уехал. Вот. Будем надеяться, что он тут ничего не поймал. Вот, видимо, стоит рыбка здесь постоянно. Главное не пугать ее. О, это уже. Это уже нормальный. Это уже прям пакетный. О, пойдет. Пойдет. Оп, 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 оп. Оп, грамм 200. Фига, какой пузатый. О, класс. Окунь. Красивый. Эх, красота. Пойдет. Пойдет, пойдет, пойдет. Вот так. Тоже пакетный, смотри-ка что. Эх, красава. Все, ребят, щука была, съела рака нашего, щука была, все, поклевка и все, нету, поводка у меня не было с собой. Ну, короче, поставил я опять этого маленького тестерочка. Его, мне кажется, сейчас на каждом забросе будет клевать. Оп. Оп. Вот он. Есть. Барбосик. Дай хвостик, беги. Все. Вот, пошел, пошел. О, уже только упало сразу. Ну прям жор какой-то.
Ну не крупный, конечно. На крупного надо приманку большую. Я боюсь, что опять щука ткнет и все. У меня поводков нету, я не подготовился. Клевка такая, тычок, тык. Все, съел. Он такой, он пузатый, но не наш размер. Будем отпускать таких. Спасибо, что клюнул. Дерево какое повалило. Лежит прямо в воде. Леха там уже прокидывает во всем. Ну, в общем, поклевочки тут прекратились. А я взял пару окуней. Вот такой. И еще покрупнее. Вот. Хорошие, хорошие отлики. Закоптить прям самое то. Сейчас поплывем до другого местечка. Природа сегодня вообще красота, просто огонь. Солнышко светит, птички поют, тепло, хорошо. Ветер, правда, но ничего страшного. Дерево какое повалило. Лежит прямо в воде. Леха там уже прокидывает во всем. Вот, ребят, кто-то виброхвост на дерево закинул. И это рыбка поролоновая вообще висит. Ух ты! Блин, офигенская поклевка сейчас была. И рыба ушла, короче. Вот такого поставил. Виброхвостика. Откусила опять.
есть. Вот она. Щучка клюнула. Шнурсом заглотила. Я бы не хотел, чтобы она меня отпустила. Поэтому я сейчас вообще максимум фиксированно расслабил. Поймал. Клюет на глушняк. Ну, в смысле, это клюет так, чтобы прямо убить эту рыбку, на которую нападает. Вот. Ну отдай. Отдай, пожалуйста. Смотри, злая какая. Такой шнурок мелкий клюнул. Во рту у нее там нету интересной моей резинки, которую она только что съела. Но это не она, по-любому, она в другом месте клюнула. Ну все, ладно, будем отпускать. Давай. Все, убежала, молодец. О, ребят, смотрите, видите, как лед лежал. Я говорю, буквально пару дней назад было минус 12. Видимо, воду подскинули. Ребят, дикая поклевка опять и отрезала. Это была уже прям нормальная рыба. Ладно, хрен с ним. Брошу пару раз копыта сюда еще. Вот она. Вот она и клюнула. Ой. О, килограмм. Килограммчик. Это хорошо, это замечательно. Жена сказала, щучку крупную поймаешь, домой привези. Я Куньков щучку привезу. На копыта взяла, за подбородок, смотрите, что. Оп. И все. Нормально. О! Красиво! Ну, понимаю, красота! О, ребят! Красавица какая! Хвост! Копыта съела! Ням-ням! Пригодился! Это как в фильме! Если на стене висит ружье, оно обязательно быстрее. Так и здесь. Если в лодке лежит пацак, значит, он обязательно кого-нибудь поймает.
общем, ребят, рыбалочка сегодняшняя подошла к завершению. Поймал я сегодня немного рыбки. Считаю, что отлично открыл сезон. Погода потихонечку начинает налаживаться. Потихоньку становится все теплее и теплее. Надеюсь, что в следующий раз тоже что-нибудь половим. А на поплавок или на спиннинг уже будет известно потом. В общем, всем крепкого здоровья, не хвоста, ни чешуи, берегите себя и увидимся с вами в следующих видосах. Всем пока!